Если потеряешься, тебя найдут добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Его республиканскому филиалу на днях исполнилось 2 года. В регионах же отряд работает уже больше 12 лет. Волонтеры помогают тем, кто потерялся, заблудился, с кем родные не могут установить связь. Оперативно выдвинуться в любую местность, будь то глухой лес, большой город или малое село. А еще спасатели-добровольцы ведут просветительскую работу. Рассказывают школьникам о том, как правильно собраться в поход, ориентироваться на местности и что делать, если все-таки заблудился. В отряде всегда ждут новых помощников в возрасте старше 18 лет. Заполнить анкету можно в группе «Лиза Алерт» во ВКонтакте, на сайте организации или позвонив на горячую линию 8 800 754 52. Телефон на экране.